Шла красная шапочка по лесу. Вдруг видит серый волк под деревом. «Какие у тебя большие глаза, серый волк!» — сказала красная шапочка. Серый волк сорвался с места и убежал. Идет красная шапочка дальше. Перешла ручеек лесной. Вдруг видит серый волк, за пеньком притаился. «Какие у тебя большие уши, серый волк!» — сказала красная шапочка. А серый волк только зырк на красную шапочку и сбежал. Идет она дальше, пробирается через чащобу. Вдруг, глядь, в чащобе под сосенкой серый волк сидит. «Какие у тебя зубищи, серый волк!» — воскликнула красная шапочка, но здесь серый волк не выдержал и говорит. «Да твою мать! Ты мне посрать дашь или нет?» В общем, мужик решил попробовать анаши. Купил пакет, пошел в баню. Сидит, значит, в бане. Забил косяк, курнул. Ну, нет никакого эффекта. Ну, что думает? Ну, давай второй. Забил второй. Опять нет никакого эффекта. Ну, психанул мужик. Думает, обманули меня. И забивает прям вот целый пакет. Прям вот как в очень страшном кино. Прям херачит. Анашу вообще в ноль, никакого эффекта. Сидит так, думает, смотрит в окошко и видит на улице того мужика, который ему эту анашу продал. Озверел от злости, кидает таз в окно, таз попадает в этого мужика и обливает его вдобавок водой с ног до головы. Но первому мужику это показалось мало. Он прыгает голый в окно за тазом. Второй мужик его увидел. Давай удирать от него. Первый побежал за ним. Второй во двор. Первый за ним. Второй через забор в тачку садится и уезжает. Голый мужик быстро останавливает такси и говорит, чтоб тот догонял уезжающую машину. Второй мужик через весь город и лес. Короче, ехали-ехали. Таксист потерял догоняемого, остановился и глядит, что пассажир-то его голый и расплачиваться нечем, выкидывает его посреди леса и уезжает. Ну, делать нечего, подумал мужик, придется голым через весь лес и город пилить домой. Идет, и вдруг, ну, приспичило посрать, сел в кусты, ну и давай нужду справлять так смачно, со всем оркестром. Вдруг чувствует, что его за плечо кто-то сзади терепит и говорит: «Слышь, мужик, хорош в бане срать!»